Губернатор осмотрел территорию, а также пункт управления производственными процессами. Реконструкция позволит вывести мощности завода на новый уровень. Также глава региона посетил одно из старейших промышленных предприятий Славянского района – консервный комбинат. В цехах полностью автоматизированы линии для переработки и консервирования плодовочной продукции. А главное, сырье закупают у местных сельхозпроизводителей. Сегодня вот еще подчеркнуть, мы видим, что на складе находятся наши овощи, кубанских производителей, фермеры там, и средние, большие агропредприятия. Это очень важно, чтобы вот в этой баночке, где написано «произведено на Кубани», вот это принципиально важно. Содержимое было кубанское, то есть овощи, именно овощи наши, сельхозпроизводителей. И тогда, на самом деле, качество будет высочайшим, и та продукция, которую хотят покупать и жители края, и жители всей страны, потому что настоящая кубанская продукция и по форме, и по содержанию. И то не очень важно. Это залог вашей конкурентоспособности и дальнейшей устойчивости и развития на рынке. В Славянском районе Вениамин Кондратьев с рабочим визитом. Помимо промышленных предприятий, глава региона посетил и социальные объекты. В следующем году учеников примет новая школа на 825 мест. Учебное заведение станет самым крупным в Славянске на Кубани.